На конкурс дети читают стихи. Мыльникова Регина, 13 лет, село Алтайское. Юлия Друнина, Машенька-связистка. Машенька-связистка умирала на руках беспомощных моих. А в окопе пахло снегом там, и налет артиллерийский стих. Из санатория не было повозки, чью-то мать наш фельдшер величал. О, погон замятые полоски на худых девчоночьих плечах, а лицо родное, восковое под челмой намокшего бинта. Прошипел снаряд над головой, черный столб взметнулся у куста. Девочка в шинели уходила от войны, от жизни, от меня. Снова рыть в безмолвии могилу, комьями замерзшими звеня. Подожди меня немного, Маша, мне ведь тоже уцелеть навряд. Поклялась тогда я дружбой нашей, если только возвращусь назад, если это совершится чудо, то до смерти, до последних дней стану я всегда, везде и всюду, болью строк напоминать о ней. Девочке, что тихо умирала на руках беспомощных моих. И запахнет фронтом, снегом талым, кровью и пожарами мой стих. Только мы, однополчане, павших и безмолвных воскресить вольны. Я не дам тебе исчезнуть, Маша. Песней возвратишься ты с войны.